В Евросоюзе приветствовали подписание украинским президентом и оппозицией соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине. В частности, министры иностранных дел Польши и Германии Радослав Сикорский и Франк Штайнмайер заявили. Безусловно, лучше бы это соглашение было подписано до всех трагических событий. Но оно дает нам надежду вернуть украинскую политику к тому, чему она принадлежит, к демократическим институтам. И обе стороны идут на риск, но ЕС будет следить за выполнением всех пунктов этого соглашения. Свой вклад в подписание этого соглашения внесли все. Это труд многих людей. И в основном это связано с тем, что люди здесь, на Украине, нашли возможность сотрудничать, возможность, упущенную ранее. Сикорский и Штайнмайер засвидетельствовали подписание соглашения. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, участвовавший в переговорах, на подписании не присутствовал.